Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Телеведущая Лера Кудрявцева вместе с супругом Игорем Макаровым и двухлетней дочкой Машей отдыхает в Сочи. На своей страничке в микроблоге она делится роликами со своими подписчиками, как проходит ее семейный отдых. Поплыли? Лера Кудрявцева сообщила, что отдала свою двухлетнюю дочь Машу в балетную школу. Малышка уже приступила к занятиям и отправилась в сопровождении родителей в свой первый детский лагерь в Сочи, где активно тренируется, посещает групповые занятия и ходит на зарядку. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях. Оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.